Добрый день. Добрый день. Как вам нравится Белое море? Да, мне нравится Белое море. Скажите, а что вам именно запомнилось? Мне запомнилось, что оно живучее, что там есть приливы, отливы, оно дышит, есть медузы, есть звезды, вот, там есть, ну, касатки, рыбы, вот. А что особенно запомнилось? Особенно мне запомнилось, что я сейчас плыву на словки, и сейчас волны большие, и ну, качает, как на качелях. Ну, как вы переносите эти качели? Хорошо, сейчас лежу, отдыхаю, и хорошо. Я хотел передать привет, и чтобы они ну, были кадетами и перешли в третий взвод. В третьем взводе интереснее. Больше всего запомнилось в этой поездке. Место, где мы были, как мы там жили, и ребята, которые там были со мной. Ну и вот это я. Вот как бы начался раскачать нас. Благословим Бог наш всегда, ныне и присно во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняя, и сокровища благих, и жизни подателю, приди, селись со мной. И очисти мне от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Ангельск, храм Успения Божьей Матери. Вот это в Архангельск пришла Соловецкая регата. Приготовление перед отходом. Белое море и штиля сегодня не жди. Капли привычные лить начинают дожди. Снова получен мудрый короткий приказ. Вот и уходим в грозное море сейчас. Просто Господь уготовил нам такой крест. Вновь оставлять друзей, матерей, невест. Кто отдыхает в Крыму и на юге сейчас? На севере мы практикуем уже третий раз. Сейчас?
Уходим через канал Двины в открытое море. Дойдем до Соловков, а потом к нашим, в Кандалашский залив и Летнюю губу. Честно сказать, волнение есть. Нет, не потому что страшно или опасно, а потому что я этого момента ждал целый год. Соскучился по внутреннему состоянию морехода, по яхте Навалис и капитану Петру Петровичу, по берегам и природе Белого моря. Уходим, просим ваших молитв. Не провожайте на север настоящих мужчин. Помните, нет для нас преграды, грусти и причин. Ваши молитвы и свет ваших любящих глаз. Бережно в сердце морпехи уносят сейчас. Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными. Там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными. Там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают и зовут. Но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными. Там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными. Там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными. Там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными. Приятно удивило, поразило, как старшие из ребят заботятся о своих младших товарищах, помогают им преодолеть те трудности, с которыми сталкивались в период прохождения практики, морской практики на парусной яхте, в штормовую погоду. Это, по-моему, самые яркие моменты, которые говорят о многом. Вернемся, мы, конечно, доплывем. И улыбнемся, и детей к груди прижмем. Там за туманами, вечными пьяными. Там за туманами песню допоем. Капитан Петр Петрович и его помощник Станислав Васильевич, экипаж яхты «Навалис» — это великие люди. Там за туманами песню допоем. Сан-остров, 13 число. В ночь мы причалили. Отбились где-то во втором часу, по-моему. Всем подъем. Часовенка. Надеюсь, мы ее посетим сегодня. Это тихая бухта,
Говорят, здесь выращивают мидий. Команда ждет меня. Идем умываться. Ну, сейчас мы наблюдаем отлив. Вдалеке шумит. То ли ручей, скорее всего. Отчего так в России березы шумят? Это сон остров. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. Идем вперед. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья? Ну, наконец, зацвел Иван-чай. Под рубахою душу ласкаю. Красота. На сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой. И за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветра по кнопочкам враз пролетят. А последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал. Он, как я, оторвался. Покидаем сон остров. Петр Петрович. Очень тихо. Сокровище благих и жизни подателю принесемся мы и очистены от всяких скверны и спаси блаже. Целью нашего маленького фильма являлось показать ребятам хоть какую-то часть нашего замечательного путешествия. Поделиться своей радостью, дать возможность многим увидеть красоту Карелии, почувствовать дыхание Белого моря, прикоснуться к святыням Севера. Прежде всего, это Соловецкие острова, Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, Архангельск со своими храмами. Это замечательное место – село Керечь, где подвязался один из великих подвижников 16 века Варлаам Кирский.
Среди нас не было профессиональных фотографов и киносъемщиков. Все фото и съемка сделаны руками самих ребят и воспитателей. Поэтому за качество просим прощения. Ну, с Богом, мы едем на север. Как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, это ты стала, ты ненадолго подаришь. В поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу ли детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море! Прибыла наша третья группа. Две группы в составе яхты «Браво» и небольшого пароходика уже прибыла. Это третья группа, они поставили яхту в летней губе. Вот и достали катер. Господа кадеты, вы приехали ровно к ужину. Молодцы, ужин уже готов. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о пройденном путешествии? Какие ваши впечатления? Нам очень понравилось. К нам в залив несколько раз заходили нерпочки. За ними интересно наблюдать. Кажется, что это очень разумные существа. Единственный минус – рыба в этот день из залива уходит. Рыбалки не будет. Ходит по свету легенда о том, что среди седовласых высот стоит один сказочный дом, у которого солнце встает. Oh,
свету легенда о том, что счастье в том доме живет. Ищите, люди, ищите тот дом, у которого солнце стоит. Ребят, в составе 5 человек отправляются в летний Губу, чтобы учиться ходить на швербот. А швербот, он же оптимист, это маленькая лодка, которых там 5 штук. Вот, к ней ставится парус, и человек учится управлять лодкой с помощью ветра. Это два инструктора, Денис и Олег. Все, с миром. Мне очень нравится движение под парусом. Погода отличная, ветерок есть. Только его надо поймать, и пошла лодка. Я очень люблю Белое море. Этот ветер, эту чистоту и свежесть. Камни, деревья. С нами занимаются замечательные инструктора. Олег, Денис, Александр. Все здорово. Капитан яхты «Браво» Олег на заплыв дал мне свои перчатки. Я себя почувствовал уверенней. Вот это гонка, вот это скорость. Даже на моторе не нужно догнать Мишу. Михаил Рисковский пока впереди, но есть конкуренты, и очень серьезные. Андрей поймал ветер. Андрей, да, справа борту настигает. Пантелеев немножечко, конечно, теряет скорости. Миша, дунь в парус. Дуй в парус, Миша. Ой, сразу скорость начинает нарастать. Да, вот это гонка. Ну как, Михаил, все? На финиш? Чувство победы. Да, расскажите. Это понятно. Расскажите, мы тоже хотим быть участниками. Да, понятно. Вашей победы. Это первый этап был, да? Да. Ну и сейчас восстанавливаетесь и готовитесь ко второму этапу, да? Да. Вы опробовали новую тактику. Пантелей. Очень что вы есть. Можете сказать? Нелегко. Нелегко, да, было? Второе место — это очень нелегко. Ну и, конечно, Андрей Лазарев. Лазарев, пару слов для нашего информационного вестника. Какие ощущения? Как вам помогли перчатки капитана? Да, они сделали 50% успеха, конечно. Это счастливые перчатки капитана, которые не раз их обладателю приносили первые места. Ну, у меня хорошее ощущение победы. За четвертое и за пятое место. На четвертом месте в данный момент Филипп. На пятом Гавриил. На яхте беда. В костюм пирата это как раз Филипп.
Нет, косим морского волка. Филипп, там вас заждались уже. Что вы хотите сказать по этому поводу? Да. Там тяжелый. Тяжелый, да? Пару километров. Скорость даже не 0 км в час, а минус пару километров в час. Если едут назад, не спекаются. Парус обмяк, но Гавриева не теряет надежды. Четвертое место. Он даже коленом придавливает свой ялик. И что мы видим? Гавриевцы поймали это предфинишный. Ничего себе! Вот это Гаврила поймал ветер! Вот это да! Но и у Филиппа еще не все потеет. Questo posto mi piace tanto. È il mio più tanto sono le mie vacanze più che mi sono più belle nella mia vita. Io vorrei venire qua anche all'anno prossimo perché mi è piaciuto tanto. Lì ci sono le colline, montagne, c'è il mare. Mi piacerebbe tanto tante e tante volte viaggiare sul mare su una barca, perché è un posto просто интересантиссимо, это tanto bello. Миша, что сейчас сказал? Я сказал, ну, это был самый лучший август в моей жизни. Работа о неандертальцах. Не боится ни медведей, ни дикого зверя. Одна среди скал. Ну а я пошел добывать дрова в теплую баню. С Богом.
Светлана Владимировна. Капитан судна ждет вас. Он говорит, без Светланы Владимировны никуда не пойду. Даже якорь не выбирают. Казалось бы, да? Отче, молебен скоро начнется? Скоро. Вот мы уже все собираем. Последний караван с личными вещами Светланы Владимировны собираем и уходим. Вы удачно оделись. А очень-очень даже так приятно. Похоже, скоро будет очень весело. Уже весело? Уже? Уже. Ну что, с Богом? На молебен славись! Прощальный взгляд любимых глаз. Все это было много раз. Говорят, для ребят, для тех с морем, кто судьбу связал, не страшен и девятый вал. Но видно, в море не бывал, кто так сказал? Я б не сказал. Когда минуты роковые настают, и волны черные до неба достают, в недобрый час, в недобрый час, мы повторяем, как все люди на Руси: помилуй, Господи, нас грешных и спаси. В который раз, в который раз. Тихое пенье, ласковый отблеск алых лампад. Боже великий, дай мне терпенье, борется в сердце небо и ад. Шепот молитвы строгий ликий, звонких кадильниц, дым голубой, дай мне растаять, Боже всесильный, ладаном синим перед тобой. Выйду из храма, снова нарушу святость обета, дай тебе, Боже, очисти грешную душу, дай мне окрепнуть в вечной борьбе. В цепких объятиях жизненных терний дай мне отвагу смелых речей. Черные ризы, сумрак вечерний, скорбные очи желтых свечей. Черные ризы, тихое пенье, ласковый отблеск алых лампад. Боже великий, дай мне терпенье, борется в сердце небо и ад. Да, Соловецкий монастырь – ни с чем не сравнимое место. Настоящая крепость, и внешне, и невидимо. Дух захватывает.
За тихой рекою, в березовой роще, распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет. Летит над землею, и Божье прощенье с небес принесет. И белая птица взлетит над землею, и Божье прощенье с небес принесет. Что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнь, ой, жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Молитва святая, молитва святая, слезами прольется Христовой любовью. Исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной. Я очень волновалась и боялась перед выходом в море. Все-таки первый раз в таком путешествии. Но когда я познакомилась с капитанами корабля, я обрела спокойствие. Капитаны яхты Петр Петрович и Станислав Васильевич и все инструктора, которые занимаются с нашими ребятами, они делают великое дело. Ребята учатся мужеству, выносливости, познают себя. Вообще Белое море – это место, где можно понять, кто есть кто и кто ты сам вообще. Я очень изменилась после этой поездки. Совсем по-другому смотрю на себя. Полюбила Белое море. Thank you.
Никогда в жизни не видел белух, тем более так близко. На ощупь очень приятные, как будто поролоновые, внутри добрые. День моего рождения совпал с выходом в открытое море. Господи, очень тебе благодарен. Помолимся. Святый преподобный Отче Варлаами, моли Бога о нас. О преподобный Отче наш Варлаами, яко имея дерзновение ко Творцу Избавителю всех, и же в Троице святей поклоняемому истинному Христу Богу нашему, помяни нас в молитвах своих, и всех нас моления Богу воссылаемое прими, и принеси я ходатайственне. Молим Тебя, избави нас от всяких напастей, и на море от зельного обуревания, и от потопления морского невредимо сохрани, и от всех видимых и невидимых враг ненаветный соблюди, якуда Твоими молитвами святи, согрешение наших оставления получим, и вечный благ сподобимся благодатью, и человека любим Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава с Отцем, и Святым Духом ныне пресно, и во веки веков. Пошла видеосъемка, Юрий Саныч. Расскажите, пожалуйста, о себе что-нибудь. Как вы себя чувствуете? Как вам Карелия? Живу я здесь неплохо, ловлю иногда рыбу под началом отца Алексея. Это мое озеро, рыбы здесь нет. Ну красиво у вас, Владимир Александрович. Выращиваю кувшинки. Вы не могли бы сказать, для чего поставили здесь сеть? Чтобы развлечь отца Алексея. Это как раз особенности национальной рыбалки, правильно? Гостеприимство. Местную карельскую гостеприимство, да. Ставить сетки там, где нет рыбы. Правильно? Да. Вот с ними ягель. А также здесь растет ягель на камнях. А если посмотреть на небо, оно очень голубое. Один мой хороший знакомый сказал как-то: русский человек должен отдыхать на севере. Странными тогда показались мне его слова. Как можно отдыхать на берегу студеного моря? На песке не полежишь, не позагораешь, не покупаешься. Температура воды 10-12 градусов. Фрукты по-настоящему беломорские. На Преображении купили арбуз, а он внутри белый. И на вкус как огурец. Но казалось, что наш отдых заключался в другом. Первое, пожалуй, самое главное, то, что мы оказались далеко от людей и цивилизации. Второе – это действительно отдых, когда у людей полное взаимопонимание, сплоченность, братство. Вся группа показала себя хорошей командой. Суровый север заставляет быть собранными и ответственными. Когда выходишь на яхте в открытое море, вот тут действительно отдыхаешь от дурных помыслов и желаний. Дна нет, берегов нет,
прекрасно понимаешь, что находишься в руках Божьих. В море не бывал, Богу не молился. Ты, конечно, подкрепляешься молебными молитвами. Природа, воздух, родники, своими руками пойманная рыба, треска зубатка, форель на озере ловили. Красота. Вместо южных фруктов в изобилии брусника, черника, морожка, грибы. А морская практика на одиночных яхтах занимает у ребят в голове столько места, что кроме мыслей о еде, конечно, ничего не умещается. По-настоящему Белое море – это наше. Так что вправ был мой знакомый. Русский человек должен отдыхать все-таки на севере. Штормов и свежесть чувствуем мы. Мы без сомнений на яхте все море прошли. Мы подойдем к Соловкам в назначенный час. В шторме мы друга поддержим, как надо, не раз. Утро настанет, на Валис уйдет от Чупы. С берега машут нам наши друзья и отцы. Все будет так, только так, и так будет не раз. Нам уходить, но на север вернемся не раз. В шторме не будет так сильно укачивать нас. Это бы путь не по плацу ходить целый час. Морской пехотинец не звание выше для нас. Долг перед корпусом свято исполним не раз. Не провожайте на север настоящих мужчин. Помните, не для нас преграды, грусть и причин. Ваши молитвы и свет ваших любящих глаз. Бережно в сердце морпехи уносят сейчас. Слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне пресно, и во веки веков. О, я плечей, и на нити хотящий, Господу помолимся. Господи, помилуй. Бог ребята быстрее полюбил. Слободение, это не просто помазанным человеком. При этого, наверное, нужно поверить почаще. Заезжали. Обязательно. Все, что в наших силах, давай побороть нас и победить. Мы их научим. Каждый раз очень печально расставаться с Белым морем. Почему-то душа здесь находит покой и умиротворение. Какую-то естественную радость. Мне кажется, что надо укреплять взаимоотношения с севером. Хотел, чтобы и другие ребята побывали в этих замечательных местах. Прониклись беломорским духом. Я бы с радостью еще раз сюда приехал. Thank you.
спасибо всем детям и их воспитателям, людям, которые их обучают и окружают, за то, что вы делаете, за то, что вы есть. Я очень скучаю по вам и надеюсь на скорую встречу. Всего доброго!